всех участников одиночного косплей-дефиле «Самирион Госсайдэ 2018! Поехали! Номер один – Ронин Варриорс Каюра! Номер три – Лавли Скул Албл Фестивал Рика Сакуравичи! Номер четыре – Гейт Джей Тайка Ночи Нит Нитэ Како Татакаэри Роймир Меркурий! Номер 6. Аварина Сера, Роули Элсворт. И номер 7. Лига Легенд, Джин. Номер 8. Ласбрю, Ноэль Вермильо. Номер 9. Сузумия Харухи, Но Юутсу. Харухи Судзуми. Номер 10. Тин Титанс Рейвен. И прямо несколько секунд назад он улетает номер 11. Он Мёджи Момоносей. Номер 12. Розен Мейден, Хина Ичига. Номер 13 не было. Номер 14. Книга жизни Ля Муэрте. Номер 15. Оно. Пеннивайз и Дэнсфа. Номер 16. Окунохира Академия. Момо Йойрозу. И номер 17. Блэк Баттер. Сильд. Номер 18. Интеллигент. Капитан Фортуна. Номер 19. Вайолет Эвергарден. Вайолет. И номер 20. Dragon Age 2. Фенрис. Номер 22. Overwatch. Генти. А номер 24. Махушоуджи Мадока Магика. Киоко Сакура. И номер 25. Третий Влад. Милка Фортуна. Номер 26. Батбаттер Андертейкер. Номер 27. Just Dance 2017. Ойши, ойши. Номер 28. Тим Бёртон Скорбс Брайт. Эмили. Номер 29. Мэри Акерман. Номер 30. Минека Нанаку Курани. Ушироми Роза. Номер 31. Ведьмак Геральт из Риви. Номер 32. Overwatch Sombra. Номер 33. Mortal Kombat X. Ди Ворох. И номер 34. The Little Mermaid Урсула. Номер 35. Вайтрон. Legendary Defender Хагар. Номер 36. Махао Цукаи Нойоме. Слей Вега. Номер 37. Оунохира Академия. Кацуки Баку. Номер 38. Холосеки Бакуни. Босу Филит. Номер 39. Overwatch Трейсер. И номер 40. Кира Кира Брекюр Алямот Катазума Юкари Киур Макаро. Номер 41. Монстр Геон Циклопедия Некомата. Номер 42. Амьёджи Катару Гуса. Номер 43. Диабло 3. Барбария. Номер 44. Сонок 5 DLC Джокер. Номер 45. Sword Art Online Альтернатив Ганвилл Онлайн Лен. Ну что ж, друзья, вот они все потрясающие и незабываемые участники одиночного косплей-дефиле! Делайте фоточки обязательно, обязательно подарите им самые громкие овации! Это одиночка! Громче, 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 громче! Это было незабываемо! Спасибо огромное, дорогие участники! Ребята, и провожайте их не менее громко! Ну а теперь не забудьте, что вам надо обязательно проголосовать. Вы можете это сделать с помощью ваших мобильных устройств. Вы найдете всю информацию, если вдруг не знаете у любого фактически волонтера в зале.